Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы рассмотрим платформу под названием StoBox. Это экосистема цифровых активов, отмеченная наградами, предоставляющая технологические инструменты и консалтинговые услуги для оптимизации всех операций с цифровыми активами и токенизированными ценными бумагами. У них имеется многочасовой опыт, бизнес-клиенты. Также StoBox сотрудничает с цифровыми властями для стимулирования финансовых инноваций. StoBox консультирует и играет активную роль в создании и формировании новых отраслевых стандартов. Также они сотрудничают с правительствами для создания четкой нормативной базы для виртуальных активов, токенов безопасности, платежных токенов и других криптографических виртуальных активов. Также можем увидеть комплексную экосистему продуктов и услуг StoBox. У них имеются цифровые ценные бумаги, консультирование, обмен на криптобирже. Также своя деятельность. В данной платформе вы можете стать бизнес-клиентом, укрепляя свои отношения с инвесторами и клиентами, партнером, выстраивая партнерские отношения по всему миру, чтобы обеспечить клиентам большую ценность, и инвесторам, инвестируя в высокодоходные ценные бумаги и торгуя на бирже StoBox. Также можем посмотреть примеры внедрения. Вы можете узнать, как можно извлечь выгоду из токенизации в своей отрасли. Допустим, инвестиционные фонды. Инвестиционные фонды используют токены безопасности для привлечения капитала. Вы можете узнать больше о лучших практиках и успешных кейсах. Также вы можете извлечь выгоду в азартных играх. Игровой рынок продолжает оставаться быстрорастущим, а токенизация – это отличный инструмент для привлечения геймеров и превращения их в держателей токенов. Также можем данные токены внедрять в недвижимость, то есть инвесторы по всему миру могут войти на рынок недвижимости через полностью совместимую частичную маркированную собственность. Также стартапы, то есть растущему бизнесу обычно трудно привлекать средства через традиционные институты, такие как банки или венчурные капиталисты. Краудфандинг акций. Вот это ответ по стартапу. Также можно вложиться в природные ресурсы, то есть токенизация природных ресурсов, таких как золото, медь или даже уран, обеспечивает легкий доступ к альтернативным инвестициям. И также в искусство и предметы коллекционирования. Можем рассмотрим партнеров StoBox. Работая с данной платформой, мы можем положиться на огромный опыт партнеров и поставщиков, таких как Token Stock Exchange, RLP, HDC, Solutions, Loeb Smith, CryptoDelta, Amazon Blocks, Zuberlowe, UniPartners. Ну что ж, на сегодня мы закончим обзор данной платформы. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся на Twitter, Telegram, Instagram. Всем пока. I just wanna be the one you love.